Здравствуйте, это программа канала Максимадзе, и сегодня у нас снова рубрика «Моды на игру, как достать соседок», которые присылают нам, наши подписчики, ну или просто те, кто зашел просто погостить у нас на канале. И сегодняшний мод, на который мы с вами взглянем, называется как-то там «Modificol рофельный мод», короче, какой-то там мне прислали ВКонтакте, и сейчас мы на него с вами посмотрим. Поехали! Итак, давайте включим, извините, музыку. Ну, главное меню такое же, но название, как видите, изменено. Уровень что-то тут всего один, я смотрю. А это значит, что сегодня мы на еще один какой-нибудь мод посмотрим. У нас есть еще один, на который посмотреть можно. Искусство пакостей. Так, ну ладно, давайте приступать, тут ничего нового нет. Перевод от Руссобита, кстати, я смотрю. Мы за собаку играем, серьезно? А чё она ходит так медленно? Ну а если быстрее ходить? Не, та же самая скорость, даже если на цыпочках. Жалко, нет через двери анимации. Эй, хватит! Блин, пипец, как медленно. А сосед у нас Ольга, да? Анимации через двери, правда, нет. Нормально. О, как вовремя, прям вообще. То есть я понимаю, клей на бинокль надо положить. Но собака капец какая медленная, и не знаю, пройдем мы это вообще или нет. Мы же не успеем сейчас, наверное. Да просто пипец. Давай, давай, пожалуйста, ты успеешь дойти до двери. Нет, 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 нет. Ну как это? И как пройти это, скажите мне, пожалуйста. Ладно, давайте попробуем что-нибудь сделать. Тут сколько минимум? 50 надо набрать. Что-то я не уверен, что этот уровень вообще можно пройти. Собака очень-очень медленная, и мы никак не можем. Погоди, мы что-то взяли или нет? Нет, там ничего нет. Ну иди быстрее, блин. Ладно, давайте пока сходим сюда. А, мы же еще смотрели, можно ли взять яйцо. Наверное, яйцо брать не будем. И попробуем так, просто зайти туда по-быстренькому и все. Mm.
И все. Так я же не успею вообще никак. Еще и двери тут нет. Ну, а как это пройти-то? Как это вообще пройти-то? Я не пойму, что это вообще. Ладно, давайте попробуем по-другому-то. Попробуем просто... Попробуем просто зайти сюда, но не брать при этом еще и яйцо. Может быть, мы в таком случае успеем удрать. Микроволновка тут не сработает никаким способом, потому что... Ольга... сюда не пойдет. Замолчи ты. Нет, стоп, рано. Не чешись, блин. Так, идем. Блин, ну побыстрее надо было бы, можно было бы и собаку сделать. Тут так, не это. Все, пора бежать. И побыстрее, блин. Давай, пожалуйста, ты успеешь. Ты успеешь, я тебя уверяю. И как это выглядеть будет? Просто ищешь, что ли, душ? Потрясающе вообще. Ладно. Зато теперь можно уровень закончить. Так, почти все серии сезона имели бешеный успех. Вам вручается статуэтка серебряного соседа. Не подведите и дальше. Но мне кажется, на золото это не пройдешь. Ладно, в общем. Такой вот модик интересный, с одним уровнем, в котором мы играем за собаку. Мод такой смешной получился. Много сильно не поиграешь, уровень всего один. Так что давайте-ка этому моду я... А чё бы ему поставить? Ну плюс-минус давайте поставим. Минус за то, что... так мало, а плюс за такую прикольную шутку. Отлично, прям вообще. Ладно, идем к следующему моду.
А следующий мод называется, когда с соседа домашние каникулы. Короче говоря, здесь меню очень похоже на то, что было в Вуди возвращается, только вот непонятные перчики вот здесь. Начать. Тут не на игру почему-то слова нет. Так. Начать. День руководства, блин. Знаю, что вы обучение не любите, но пускай будет. Посмотреть на картинки нельзя. Ну и все. Дальше круче. Музыка в главном меню из «Как достать студента». Почему-то нравится людям она. Часто ее используют. Я видел ее в некоторых модах. То есть авторы почему-то любят ее. Некоторые. Почему не знаю. Кстати, вот, наверное, вы... Многие говорят уже, что ролики стали выходить реже. Да, реже, потому что... У меня... Ну, во-первых, есть несколько причин. Во-первых, я скоро возвращаюсь в колледж. А там в колледже экзамены всякие будут. Три экзамена и несколько зачетов. И эти экзамены я просто обязан сдать. Обязательно. Ну и во-вторых, вот я раньше по несколько видосов в день записывал и выкладывал их очень часто, а сейчас я что-то часто начал уставать. Ё-моё, я испугался, блин. Блин, я испугался нафиг, да вы чё, серьёзно что ли, блин? Я серьезно испугался, ребята. Ого, мы прячемся в печке? Или что это за хрень? Кусты? Или домик на дереве, или что это? А это что такое? Пчелиное гнездо, что ли? Как это будет выглядеть? Нет, это будет выглядеть как обычно. Домашние каникулы, да, мы. Домашние каникулы у нас... Мы как насекомые, блин. То по деревьям шаримся тут, то в пчелином гнезде, я так понимаю, вот это вот. Как будто мед на полу размазан, это нектар какой-то вообще, блин. Так, искусство пакости, день один. Какая у нас тут локация будет? Пчелы захватили дом соседа. Охренительно. И медом покрыли все. Ну, вообще, опупеть как офигенно. Я так понимаю, пакости от Вуди возвращается тут не изменены. Изменены только локации. Я хочу пройти первые три уровня. Ну или не первые три, не знаю. Чтобы открыть второй сезон и посмотреть, что там. Ha ha ha!
Блин. Не успеваю нафиг. Так, можно спрятаться в этом перчике с дверями. Блин, ключ забыл взять. Ладно, на кухне я уже не успею, наверное. Давайте лучше в зале сделаем. Пес соседа мац. На чужих пока не га. Да блин, я. Я про это забыл. Я про это уже успел забыть. А вы там, наверное, угораете, сидите, смотрите, да? Да? А куда я помню? Да, это смешной выпуск получается. Надо, наверное, назвать этот выпуск «Смешные моды». Потому что это реально жесть. Ну, а пупеть. Пчелы отмечают в доме соседа праздник звезд. Блин, что-то... Нос у меня все время заложен, еще они... Измазали гостиную фиолетовой краской. Зачем им нужна была фиолетовая краска, фиг его знает. А вот секретный выход, через который пчелы сбегают. Только зачем пчелы выращивают? Перец зеленый. Да, фиг его знает. Я, конечно, люблю перец. Но не такой, чтобы он был вот такого прям цвета. Если такой темно-зеленый, то пожалуйста, я с удовольствием поем. Ну хотя, если светлый такой еще, то тоже неплохой перец. Хороший, вкусный. Красный, оранжевый, желтый. Желтый мне меньше всех. Блин, я опять забыл. Я опять забыл, ребята.
Я опять чуть не забыл, блин. Я все время что-то забываю про это. Серьезно. Сюрприз. Давайте на пирог сначала сходим, чтобы просто посмотреть, чтобы просто побыстрее открыть второй сезон. Баф. Что? Ох, б***ь. Кажется, пирог очень невкусный. Давайте это проверим. А тут у нас что? Сосед, походу, уже... Сосед, походу, немножко помыл свой дом от меда. Вот только... Сосед, наверное, забыл. Сосед, наверное, иногда путал обувную щетку с той, которой что-то чистит нормальное, другое. Короче говоря, пчелы ему нагадили на тряпку, и он так вытирал, что тут вся грязь обзавелась у него в доме. А чё, и тут капуста, что ли, растет какая-то? Как вирус какой-то выглядит. Это ржач какой-то вообще, блин. Нет, опять слушать это говно. Это что за полоски серые? Неужто гигантский паук паутину здесь сплел? Ха-ха-ха-ха!
Так, ну и открылся день 2. Давайте посмотрим на остальные уровни. Просто посмотрим. Потому что по пакостям никаких изменений тут нет. Так, а тут у нас какой сюжет получается? Сосед помыл дом от меда. Ну, правда, мед остался вот здесь. Пчелы решили за это соседу отомстить и обосрали весь дом. А больше всего досталось Ване. Ха-ха. Ну, а под домом соседа образовалась какая-то хрень, из-за чего вся материя, вся эта горячая лава прям у него под полом оказалась. Ах, извините. Офигительно получилось. Так, футбольные побоища. Пчелы вновь захватили медом дом соседа и начали выращивать вокруг дома какую-то зеленую хренотню. Ну или просто краску использовать. Пчелы захватывают мир, надо было назвать этот мод. С легким паром, давайте посмотрим. Так, опять неизвестная материя образовалась под домом соседа. Весь мед пропал. Снова появились звездочки. Желтая ковровая дорожка. Сосед пытался покрасить пол в гостиной, но правда не очень получилось. Зато на кухне получилось не так уж и плохо. А так... Но непонятно кто всю материю вокруг дома развел. Красную вот эту. Посмотрим, что здесь. Есть ли там изменения вообще? Есть. Холодильник тут есть. Ну понятно, это комод, конечно. Это из как достать студента, кстати, кадр. Сосед так чистил свой дом, что он теперь до темноты грязный. А еще нету света внутри. Купил новое мусорное ведро. Полностью все поменял в гостиной. Спальню тоже как попало чистил, скорее загрязнил. И, ну а на балконе вроде бы все нормально. Солнечное утречко, что у нас здесь? А пчелы ушли. Нет, ребята, смотрите, пчелы возвращаются. Появилось медийное гнездо, которое пчелы где-то поселились вот здесь, и они весь дом нашпиговали перцем. Потрясающе. Давайте смотрим дальше. Сосед решил покрасить пол краской фиолетовой. Мед по-прежнему здесь. Мед по всему балкону уже. Мед, который еще и светится. Так, а здесь... Ну, ничего необычного. Сосед обложил линолеумом кухню и кирпичные стены понаделал здесь. А так... Сосед маякует, мол, все нормально. Ладно. Ничего нету здесь. Ладно, день третий. Будем ли мы на него смотреть?
Мы можем на него посмотреть только если зайдем в файлы игры, потому что я сейчас проходить это все не хочу. Ладно, давайте переместимся в файлы игры. Чик-чик. Итак, мы переместились в файлы игры, и давайте посмотрим, что здесь. Это, насколько я понял, уровень мастер-ламастер. И какой у нас тут сюжет? Пчелы обложили все это самое, всю землю изнутри, но в подвале, мол, все нормально. Сосед решил также покрасить пол в коридоре в красный цвет, но правда шкаф и комод задел. Вид по всему дому звезды. Ну, ковер еще в красный цвет коряво покрасил. Тут почему-то растет растение, и здесь тоже. Пчелиное гнездо вот здесь. Просто офигенно. Смотрим дальше. Здесь у нас что? Это мы уже видели. Это было. Это было. Это тоже мы видели. Во. Вот этим можно уже удивить. Непонятный монстр, хрен знает вообще кто, спрятался в кустах и смотрит на нас. Блин, сосед, у тебя монстры живут. Садись в машину и уезжай нахуй. А здесь у нас что? Это про охоту, я так понимаю. Уровень. Пчелы обложили соседу весь дом. Вот так вот обложили. Как лабиринт, честно говоря, выглядит. Еще вот здесь растет перчик. А так, ну, все нормально. А здесь что? Ну и последний уровень. О, это что, волк, что ли? Так вот, кто, что это за монстр? Это волк. О, у соседа игровой автомат есть. Очень необычная дверь. Очень необычный кабинет. Короче говоря, везде растет зелень, есть также мед, ну и так далее. Короче, за такие сюжеты я поставлю моду плюсик. Мне как-то даже понравилось, честно говоря. Но соседу надо убираться с этого дома, в таком доме жить нельзя. Ладно, вот такой вот ржачный выпуск получился сегодня. С вас лайкос, подписосы, с меня эпичные видосы. Если вы тоже делаете моды на игру «Когда соседы» и хотите их показать, присылайте в группу ВКонтакте, пишите мне в личку ВКонтакте, там я не знаю, ну или в комментариях под видео оставляйте.